Силы Северного флота проводят учения в Арктике. Береговые ракетные комплексы, расположенные на острове Котельный, ударили крылатыми ракетами по мишеням в море Лаптевых. Артиллерийские стрельбы провели экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и двух десантных. Им пришлось отражать атаки условных противников из воды и с воздуха. «Североморцы» умело маневрировали, устраивали дымовую завесу, создавали радиоэлектронные помехи, чтобы сбить неприятеля с курсом. В итоге вражеский десант был обезврежен.